А вообще раньше приходилось про это 50-е годы. Ничего, подзрастаем в коридоре. Ну, у нас и днем не спит. А в целом скажите, какая обстановка в городе сейчас? Спокойная. И это, слава богу. Самое главное. А вас вот не смущают вот такие вот временные трудности, что нужно набирать воду в колонке, пока воды нет в кране? Пережили изобилие, переживем и эти трудности. Что тут трудного? Ну что? Ну набрать, да. Ну на 9-м этаже воды нет, понятно. Напора нет. Электроэнергия нужна, мы ж привыкли. Ну да, согласна. Что мельница не водяная, а электрическая. Что мука не на жерновах, а на, там, самом, на мельнице, в пакетах, распасована. А самим просеять и скушать нет. Ну, главное, чтобы все тихо, спокойно было, а там переживется. Вот. Самое главное, что дети не шарахаются от военных. Вот что главное. Идут люди сейчас, вот, я не знаю, они военные или дружинники, или кто, ни луганские, ни какие. По базару ходят, покупают. Это, ни скандала, ни шума. А как думаете, почему не шарахаются от них? Ну, потому что с ними обращаются нормально. Никто не стреляет в спину там или под ноги, или гранату никто на них не бросает. Ну, это да. Ну ладно, спасибо вам большое. И вам спасибо. Хорошего дня. Так, ну ладно, погнал я.